Всем привет! Мы продолжаем проходить Геншин. Устраивайтесь поудобнее. Берите всякие вкусняшечки. Двери, окна на засов. Чтобы никто, ничто не отвлекало от просмотра вас данного видео. Всем вам желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям. И также заходите в телеграм-канал, ссылочки будут в описании под видео. Ну а мы сейчас продолжаем задание мира выполнять. И первый из них будет необходимой формальности. Скопируйте уведомление о новой лицензии на ведение коммерческой деятельности. После того, как шторм утих, жизнь в Лие стала постепенно возвращаться в свое русло. Иванович пытается приспособиться к изменениям. Погнали! Поможем Ивановичу. Где он у нас тут? Телепорт. Что ж он там хочет? Вот давайте мы и узнаем. А ну-ка. Возможно, мы в каких-то из прошлых серий с ним разговаривали. Ой, не подскажу в каких. Уж восьмой десяток пошел. Девятый даже, точнее. Так, стоп. Это вот сюда нужно. Доска объявлений. Доска объявлений торговой площади Фэйюнь. Здесь вы сможете узнать последние новости и ознакомиться с рекламными материалами местных магазинов. Пожалуйста, не засоряйте доску бессмысленными объявлениями. Информация о ротации кадров в департаменте по делам граждан. Сообщение о загрязнении. Вот источник на торговой площади Фэйюнь. Заявление на получение новой лицензии на ведение коммерческой деятельности. При подаче заявления на получение лицензии на ведение коммерческой деятельности необходимы следующие. Похоже, это про новые лицензии, которые хочет получить Иванович. Давай скорее перепишем. Отлично. Не, ничего не написано. Пойдемте к нему. Ну, наверное, будет коротенькое. Скорее всего, да. Ты нашел объявление новой лицензии? Да, и переписал. Прекрасно. Ну-ка посмотрим. Разрешение на выход в море. Учредительные документы коммерческой организации. И обязательства по безопасности ведения бизнеса. И старая лицензия. Ничего, это ничего. Эти документы еще пару дней назад бегал, подписывал. Целый марафон был. Путешественник, поможешь мне подать эти документы? Правда? Подавать их надо разным людям. Так, сначала разрешение на выход в море нужно отдать нервному Аню. А учредить документы коммерческой организации и обязательства по безопасности ведения бизнеса надо отдать Миллилиту Дзя. И... А потом отдать старую лицензию на ведение коммерческой деятельности клерку Чао. И все. Помоги мне, пожалуйста, подать эти бумаги, путешественник. Я обязательно тебя отблагодарю. Ладно, ладно. Надеюсь, после этих формальностей уже все. Да уж. Тебе там, наверное, больше никогда этим не придется заниматься. А мне вот, если хочу здесь торговать, то потом все равно придется бегать. Эх, такие методы внушают спокойствие, конечно. Но было бы неплохо их немного упростить. Ну, значит, побежали по документам. Так, первый где-то рядышком находится. Пойдемте к нему. Нервный Ань. Опять эти документы. Они так заполнены. Иванович хочет получить новую лицензию. Иванович, а, помню. Приходил он пару раз. Он бегает, на новую лицензию подает. Да? Набегался уж, наверное. Ты, наверное, ему помогаешь. Принес разрешение на выход в море. Я ему говорил в тот раз, что у него не так заполнено, надо еще в другое место сходить. Дай взглянуть. Ага, все в порядке. Эти документы я заберу.
Опачки. Опачки. Ну хорошо, раз он этим занят, перейдем на загадки Южных Небесных Врат, а потом к нему вернемся. Расследуйте странные происшествия в районе Южных Небесных Ворот. Кажется, Ця И из Лью вновь нуждается в помощи. Так, а куда мне? Ага. Все. Телепорт. Нам бы по Сумеру полазить бы еще, конечно, хорошо бы было бы. Ну, да ладно. Мы летим, летим, летим. А что... О, куда ты меня поднимаешь так высоко? Обалдеть. Все, 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 все. Главное не разбиться. Вот здесь. Они мне будут мешать. Ладно. Придется разбираться. А что делать? Охренеть, Бен, это что, с ног сбил? Это стоит того. Ну и замечательно. Чуть-чуть подлутались. И они теперь нам мешать точно уж не будут. Здесь все в порядке. Побежали дальше. Замечательно. Мы все подсобрали здесь. Да что ж тебе не в ту сторону? Так, где-то здесь точка, вот она. И здесь ничего страшного, странного, да и страшного тоже. Побежали дальше. Мясо птицы? Откуда здесь мясо птицы, мне интересно. Эй, вылезай, вылезай, вылезай. А то сейчас утонешь. Я сюда не просто так пришел. Сейчас поймете, почему я сюда пришел. Да, поймал я рыбку. Замечательно. Только мне нужно кое-кто другой. Кое-кто другой, а другой это тот, кто стреляет у нас. Бен, давай я пока тебя на Эмбер заменю. Прикалывается надо мной?
Так, первый есть. Промазали. Так, второй есть. Ни хрена ж себе. Надо сюда залезть, посмотреть. Я вот третьего не вижу. Да подожди ты. Вы представляете? Я не вижу третьего. Вот он. Все отлично. Так, возвращаемся обратно. Давайте мы все-таки вместо Ноэльки я поставлю Мону. Ну и понятное дело, мы вернем Беннета. Еще вообще мне на это дерево хочется залезть поглядеть. И здесь ничего странного. Хорошо, ничего, все, все выполнено. Но мне хочется на это дерево взглянуть поближе. Охренеть, как ярко. Неужели здесь ничего нет на такой высоте-то? Угу. Есть. И он вот он находится. И он не один. А где ж второй летает? Да ухватись ты, ё-моё! Так, мы первого, я где-то первого видел. Яйца, это не настолько важно. Вот он. Пофигу. Пофигу, потом я этим как-нибудь займусь. Это сейчас не самое важное. Получается, мы сейчас два задания одновременно сделали. Неплохо, я вам скажу, неплохо. Сейчас по этому вопросу к нему подойдем, а потом насчет лицензии. Ты вернулся? Как дела? Кажется, все в полном порядке. В порядке? Ни землетрясений, ни чудовищ. Странно. Хорошо, если все в норме. Вот, прими, пожалуйста, за труды. Ах, мне пора. У меня еще столько дел. Подожди. Соблюдайте порядок. Соблюдайте порядок. Иваныч хочет получить новую лицензию. А, ты его представитель. Подготовили учредительные документы организации. И это самое, как его, обязательства по безопасности бизнеса. Все принес. Да. Порядок, я заберу эти бумаги и передам потом клерку Чжао. Отлично. И нам осталось последним. Третий. В рабочее время. О! Значит, уже не рабочее время. Листаем. Ну, сейчас будет рабочее время. 7 утра. 7:20.
Надеюсь, будет все. Ну, побежали к клерку. Ох, он спрятался. Хрен его найдешь. Ё-моё. Ну, давай поговорим. Привет. Хочешь подать документы или задать вопросы? Иваныч хочет получить новую лицензию. Ты вместо него? Хорошо. У тебя его... У тебя его старая лицензия на ведение коммерческой деятельности с собой. Если с собой, то и надо ее сдать. Без этого новую не выдадим. Отдать. Да, все верно. Это я заберу. Остальные документы ты уже подал? А то придется через пару дней опять ходить подавать. Подал, подал. Хорошо, если все в порядке, то новая лицензия на ведение коммерческой деятельности будет скоро готова. Я пошлю кого-нибудь сообщить Ивановичу, когда можно будет забрать. Теперь мне надо к Ивановичу вернуться. Стоп. Что подобрать? Да боже ты мой. Боже, я даже не туда смотрел. Обалдеть. Просто. Ну прикольно. Здесь я уже еще не был. Ну тут и больше ничего интересного, смотрю, нету. Подбирать больше нечего. Погнали тогда. К Ивановичу. Ты все документы подал? Да, все готово. Фу, вот это здорово. Мне осталось только новую лицензию получить, и я смогу продолжить здесь торговать. Спасибо тебе, что сходил вместо меня. Я так тебе благодарен. Вот возьми. Надеюсь, потом не придется столько бумажек исполнять. Это все утомительно. Ну и отлично. Что у нас по заданиям мира? Разлом и ранг возвышения. Нет, мы ее Чан-Чан и ее спутник сейчас изучим. Давайте это будет на сегодня, наверное, последнее, да. А потом мы, может быть, обустройством своей квартиры займемся. Дома. Покормить собаку мясом птицы. Малышка Чан-Чан хочет, чтобы кто-нибудь помог ей покормить собачку. Все, погнали. У меня как раз есть мясо птицы. Да хватит до этого. Мечом махать, ты лучше беги. Ну, погнали к ней обратно. О! Прелесть. Ну, кушай, не буду тебя отвлекать. Мы пошли к Чан-Чан. Ну, это такие маленькие задания, почему бы нет? Почему бы нет? Я понимаю, что они могут быть неинтересны. Ну, друзья, не ругайтесь на меня, пожалуйста. Собачку. Да, она налопалась. Ах, как хорошо. Спасибо большое. Это тебе. Я сама накопила. Через несколько дней дедушка, наверное, отведет меня покормить собачку.
Ну и хорошо. Замечательно, просто классно. Ну а теперь, наверное, пойдемте-ка мы в нашу обитель. Чайник наш безмятежности. И посмотрим, что можно в первую очередь в нашем доме обустроить. Я уже 100 лет там не был, но раз выдалась свободная минутка, почему бы этим и не воспользоваться? Угу, да-да. Как раз Кэя там у нас, наверное, уже один бедный соскучился. Еще не забыл, где моя комната. О, Кэя. Да подождите-ка. Так, здесь мне нужна... А, здесь кровати не будет. Здесь такой у нас столик. Паркет. Угу. Ну, не сильно бессмысленно, я смотрю. О! Не вижу, а где это у нас? Люстра. Ну, давайте, сохранить изменения. Ой, красота. Так, откат не завершен. Что еще здесь? Дверь, текущая, все. Крупная мебель. Отменить. Отменить. Мы, наверное, вот этот поставим. Тумбочку вот здесь. Так, замечательно. Нет предметов. Это мы потом. Мелкая мебель. Отлично. Давай мы тебя тогда вот сюда перенесем. Раз. И тебя перенесем. Два. Мне нужно украшение. Ух ты! Все, я лимит. Ха-ха, да вы серьезно? Обалдеть! Ну, в принципе, неплохо. Жалко, что лимит достигнут. Эх, пойдемте в другую комнату. Я надеюсь, это только на эту комнату, а не на все помещение. Не на весь дом. Тогда это вообще не прикольно. На самом-то деле. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас вообще пусто. Ага, здесь нулевая нагрузка. Крупная мебель. Нам нужна постель здесь. Раз. О, стойте, вращать. Но для меня и моих друзей. Почему бы нет? Почему бы нет?
Это мы можем вот сюда поставить, вращать. Так, хорошо. Неплохо получается, мелкая мебель. Раз, и вот такая, вторая. Ой, нет, стоп. Украшение. О, вот здесь можно камин поставить. Вот реально. В моей комнате будет камин. Вращать. Так, красотища получается. Большой ковер. Недоступно для размещения. Жаль. Так, отмена. Шкаф мы передвинем вот сюда. Вот в тот угол большой поставим горшок. А почему? Почему с ковром нельзя? Ага. Ну, я думаю, уютненько теперь получается. Так. Не к месту будет. Замечательно. Вот сюда мы можем... Во, вот так вот поставляем. Класс. Нагрузка максимальная. Но это мне все не интересно. Компаньон. Так. Подтвердить. Животные. Нет, животные здесь не буду. Набор экстерьера. Нет компонентов. Все, нагрузка практически максимальная. Пойдемте поговорим с Геоархон. О, с Венти. Она ему архонтом. Вейв, наконец-то пришел. Я успел набросить пару поэм, пока тебя ждал. Угу. Тебе здесь нравится? Ну, конечно. Я знаю, что каждая мелочь здесь – результат твоей упорной работы. Я очень благодарен за все, что ты сделал. Что ведь еще здесь нужно? Все, что мне нужно, уже здесь есть. Мне очень приятно, что ты спросил мое мнение. Угу. Но ты должен больше доверять своему вкусу. Ты ведь главный герой. Смело экспериментируй и воплощай свои идеи. Угу. А если возникнут трудности, обращайся ко мне. Угу. Винти. Доброе утро, Винти. Доброе утро, Вейв. Куда пойдешь сегодня гулять? У меня много мест, куда я хочу сходить. Хочешь, подскажу? Угу. Ну все, замечательно. Потихоньку мы дом обустраиваем. Так, смотрите. Так, это все спуски. Спуск налево, направо, вниз. А я, в принципе, здесь же могу украшать, да? Но здесь мне будет кое-что другое совсем интересовать. Не крупная мебель нет, мелкая мебель нет, украшения.
настенные украшения. Вот, кстати, да. Почему-то не помещается. Да боже ты мой, мне вот это очень мешает. О! Отлично. С этой стороны. Ну да, он маленький совсем. Отменить. Поставить. Отлично. Картин у нас нету. Компаньон. А нужен ли здесь компаньон? Рейзер. Ну, в принципе, здесь из дома все. Сохранить изменения. На этом можно и остановиться. Привет, Вэйв. Ищешь меня? Хм. Тебе здесь нравится? Нравится. Здесь пахнет. Пахнет тобой. Безопасно. Хорошо. Как я пахну? Звездами, морем, ветряными астрами. С тобой здесь радостно. Угу. Доброе утро, Рейзер. Доброе. Охота. Надо бежать. Если нужен, позови. Ну, давайте посмотрим, что это. Ага, просто меч. Замечательно. А здесь? Ну, красиво, в принципе. Я согласен. Так. А мы отсюда можем куда-то? Нет, не можем переместиться. Очень жаль. Очень жаль. Покидаем дом. Надо ж когда-то было этим заниматься. Надо. Надо. Погнали. У нас второй мир открылся, к сожалению. О, второй остров, к сожалению. День рождения только раз в году. А здесь мы очень другим. Вот он, кабанчик. Аист. Ну, замечательно. Так, что мы здесь можем выставить? Что у нас такого здесь есть? Опачки, а почему бы нет? А почему бы нет? Не помещается, да? Так, а это что такое? Нет, это нам не нужно. Нагрузка не такая большая, в принципе. Так, дома, ландшафт. О, кстати, нам нужно с камнями здесь делать упор на камни, чтобы задание там пройти, кстати сказать. Да, сохранить изменения. Смотрим, где здесь задание. Не то. Вот. Разместите камни в одной форме обители. Еще 4 надо. Ну, как раз. Стоп, отмена. Чуть-чуть назад.
Сделаем так, чтобы здесь прохода не было. Сохранить изменения. Хорошо. Но что-то не то. 9. Еще один нужен. Боже ты мой. Но у меня последний камень как раз и остался. А нет, не последний. Ну чуть-чуть тебе выдвинуть, а? Вот, теперь все хорошо. И будем смотреть, что нам тут по заданию нужно будет. Получили. Еще камни получили. Получить. Камни, трава, уголок чайный. Глава 3. Отражение. Выучи 40 чертежей декора. Есть. Изготовь 80 предметов декора. Есть. Получи 5000 сокровищ. Есть. Достигните уровня изысканной силы адептов. Есть. Достигните уровня 5 доверия. Есть. Так. Вау. А теперь давайте все это изучать. Замечательно. Так, что нам тут еще нужно по чайничку? Разместите 3 разных комплекта декора. Купите у бродяги духа в обители другого игрока. Но это я не вряд ли смогу сделать. Жаль. Деревья, кусты. Так. В принципе, как раз здесь деревья, кусты можно разместить. У нас здесь такая зона. Ландшафт, деревья, кусты. Раз, два, три, ну будет такой небольшой лес. Хорошо, и теперь мы, вот здесь я хочу вот эти папоротники поставить. Не вовремя вы мне пишете, дорогие мои, не вовремя. Нагрузка, кстати, небольшая. Пейзаж. О! Так, а здесь что у нас? Ну, это не к месту будет здесь. Абсолютно. А вот это здесь, кстати, будет к месту. Поставить компаньоны. Кого хочу здесь с компаньоном видеть? Не знаю. Наверное, Чунь-Юнь. А наверх нельзя? Вот сюда куда-то поставить тебя? Нет?
Ну ладно, будешь здесь. Да вы что, серьезно? Отмена. Я его хочу убрать, кстати сказать. Я передумал. Здесь будет пайман. Ей же все это нравится такое. Отменить. Так, отлично. И животные. Животных у меня сейчас много. Стоп, отмена. Животные. Нагрузка уже поднимается, да. Предметы экстерьера. Не, ну все это не интересно. Что это такое? Не знаю, не знаю. Так, тебе я тоже здесь поставлю. Ну и все, набор экстерьеров. Не собрано. А есть что-нибудь собранное? Из собранного ничего нет. Да, пока на этом мы, наверное, остановимся. Ух ты! Что здесь у нас получить? Замечательно. Еще что-то изучить. Блин. Ага, вот оно. Использовать. Отлично. Значит, сейчас мы что-то прям... Что-то поставим Даше и делать. А что здесь надо вообще? Стоп. А, здесь попариться можно. Прикольно. Ладно, мы быстренько помылись. У меня еще интересно, вот с этим что можно сделать? Ничего. Кузнечное дело. Опа-на. Опа-на, опа-на, опа-на. Так, кстати сказать, начать. Пусть будет четырехзвездочный меч. Очень неплохо. Все, можно собрать, получить. Отлично. Тут ничего, просто сесть. Ну и все, в принципе. Можно отдохнуть. Все очень классно. Но, кстати сказать, а что ж из такого еще есть? У меня же еще что-то такое было, такого плана. Ну, а то как-то пустенько. Нет, здесь я дома никакие не хочу ставить. Замечательно. Мне кажется, очень даже неплохо.
Только развернись. А может вот туда перенести? Вот сюда вот перенести? И последний. Причем нагрузка тут еще, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как, сколько еще. Значит, еще можно что-то построить. Так, хорошо. Сейчас мы что-нибудь найдем интересное. Пейзаж. Нет, ну это все не очень нужно. Кстати сказать, колодец. Очень нужная вещь будет. Вот здесь мы корыто поставим. Нет, отмена. Не знаю, не знаю. Не знаю, куда тебя поставить. Вот сюда давай поставим. Все, мы достигли лимита расстановки. Сохранить. На этом мы, наверное, и остановимся. Так, а что-то я какое-то достижение, походу, получил. Ну-ка. Это моя территория. Размести 150 предметов в одной форме обители. Получили. Ну что, наверное, сегодня уже все. Так, посмотрим, сколько у нас кристаллов. Не туда я пошел. Молитв, для молитв. 212. То есть у нас уже, если что, мы 17 раз... Отмена. Не-не-не-не-не-не. 17 раз призовем. Напоминаю, мне очень хочется тарталью. 14 дней. Сколько он у меня? 14 дней еще будет. Будем ждать. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не грустите, не болейте. И всем пока. Пока. А что? Пока-пока, друзья. Пока.